Всем привет и добро пожаловать в столицу Португалии, город Лиссабон. Полуфинал Кубка Португалии. Спортинг Порту 1-0. Благодаря голу Пабло Сарабии лиссабонцы ведут. Мехди Тареми бьет пенальти и забивает. 1-1. 59-я минута. Порту отыгрывается. Еще одна атака Порту. Пепе. Рискует Адан. Надо идти назад в ворота. Дальше Эванилсон. Гол! Гол! 2-1. Порту побеждает Спортинг в первом полуфинальном матче Кубка Португалии.